Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, и в этом видео я вам расскажу, как подключить ваши беспроводные наушники Holy Hive V10 к вашему iOS-устройству. Первым делом выберите приложение «Настройки» на вашем рабочем столе. Выберите пункт «Bluetooth». Убедитесь, что ваш Bluetooth включен. После этого откройте ваши наушники и в разделе «Другие устройства» будет V10. Нажимайте на них. Наши наушники благополучно подключились. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!